спать на публике. Алма-Ата нам не интересно. Я в университете. Я думаю, что у нее понятная привет, привет. Речь, приятный голос и есть структура в ее выступлении. То есть она не скачет с темы на тему. Там приведены тезисы. Идите за меня. Я знаю, что эти синие штучки. Это типа топ подарки. Да, университет. Психолог. Университет-психолог, ребят. Алматы. Спасибо большое за розочку. Спасибо большое. Меня зовут Полина. Сейчас я и как другая сегодня тоже есть. Ну, вот они все могут. Представляете себя такой. Они более-менее адекватные. Более-менее? Вы нас плохо знаете. Меня зовут Полина. У меня все хорошо. Спасибо большое. Измерического бога Аполлона. Из столичной Грузии приветствую. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, Александр. Спасибо, мне все хорошо. Спасибо огромное. Всем привет. Потому что она хитрая, манкая, при этом она очень умная. Не знаю, потом может быть. Привет, касается. Привет, привет. Всем привет, ребята. Подписываемся на меня. Когда планируете вам встречу? Еще рано. Привет, Израиль. Привет. You speak Spanish? No. Подписываемся, подписываемся. Спасибо, мне все хорошо. Спасибо большое всем. Спасибо за подарочки. Я этот рис сказала мне мой сестра, у которого я училась. Вот. Это у нас тогда была супервизия, и на ней мы разбирали, что делать, если я случайно сходила. Принять его в жизни, но не принимать его поведение. И я окей, для меня это правда. Ты залезь в камеру. Ну, рад, спасибо большое. По руке. Тут что? Привет, красота. Привет, привет. Давайте. Говори. Кого? Штука прибавилась. Ебать дракончик. Спасибо за дракона. Что это значит? Офигеть, спасибо большое. Никита. Тихо. Он умеет паузу, когда я умеет собирать глаза в кухне, и когда он успевает, он все его слушать. Спасибо большое, Никита. Мне подарили подарок за 2к. За 2к монет мне подарили подарок. Ты ебанутый человек. Спасибо большое, Никита. Спасибо за вам, Никита. Что за подарок? Дракончик. От Макроза. Никита! Спасибо! Спасибо большое, Никита, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Конечно, я понимала, что так не получится. А дальше еще...
Спасибо, Владимир, спасибо большое, я с вами ты. Спасибо. Я просто в шоке. Никита, я на вас подпишусь. Вы этого заслуживаете. Спасибо огромное, Никита. Спасибо большое. Спасибо, Владимир. Спасибо вам большое. Спасибо, ребят. Спасибо. Да, я с вами. Набирал его камни, чистые камни. Да, вот, да, он проблемы с дикцией. Я такую экранчику. Спасибо, Сарочка. Спасибо, Владимир, спасибо большое. Поставил выбор в основном, да? А нам где было время сейчас? Берем пробку какую-нибудь, пожалуйста, понятно. И начинаем разговаривать с ней, да. Соответственно, произношение улучшается. Нет, 40. Достаточно популярное имя. Привет, Курдистан. Означает жаркий, желающий опыт. Смотри, как можно делать, чтобы ты видел. Второе. Символ. Символ у меня не особо получился. А мне прям фанат. Нарисовать. Это обезьянка. Вот таким удрикончиком. Один удрика большого. Спасибо большое. Не знаю, почему там запало. Обезьянка хочу. Это символ чего для нас? Мира. Помер, ты фанат, давай не дадим, это я ее буду. Почему ты не понимаешь, что я не принимаю? Для меня это ценность. Спасибо. Это обязательно себя. Это мои близкие друзья, мое самое место в своей. Никто не достает. Как в чем Амира, кто будет без себя, а не после. Амира, храни свой путь. У тебя здесь нет места. Самооценка. Мираба, Мираба. И Заратора. Она там наша шоу, к сожалению. Давай раз на раз. Я тебя помню. Выскочим, выскочим. Этого человека, если он даже ничего... Симпотная выборка, спасибо. Спасибо за подарочки, спасибо огромное за подарочки. Все, Вероника, мы будем махать. Просто приедем, спасибо, ребят, спасибо огромное. Всем привет, я... Вечер, наберешь мне, выскочим раз на раз. Ну, берешь, говорит. Черкани мне, малышик. Спасибо большое, ребят. Спасибо большое. Только ядно было для мамы. Можно видеть рядом вас солнышко? Ну, да, я солнышко. Нажми солнышко, переводится. Можешь поделиться или тикток, пожалуйста. Это каблук, потому что каблуки у меня ссылаются с красотой женственностью. Героям славы. У меня в моей жизни был лучший сторону, потому что я сейчас... Я с вами ты. Спасибо, Терри, за подарки. Очень спасибо. Как ты видишь, конечно? Спасибо. Я подаю... Я материться не буду, по-моему. Амирка, нари подарок. Я тебя люблю, ты это знаешь. Пожалуйста, обновите мой тикток, пожалуйста. Алматы, город Алматы. Да, и ты где-то туда ходишь. Россиянка. Нет, она не россиянка. Да, и близкие, и даже, опять же, как служить с работой связаны, то, что связаны. Каблуки связаны с женщиной. Для меня это незнакомый, для меня это романтика.
Вторая моя ценность, не совсем не будет. Спасибо большое. Снегурочка. Татарка, ну, есть татарские корни. Есть татарские корни, да. Ребят, подписываемся на меня. Мне будет очень приятно. Да, его не купить, но ты можешь его сделать. Заработать. Третья моя ценность, это мой здоровье. Огрет. Огречка. А мир, ты чё? Чё ты у берега попутал? Это мой девиз. Модератор фильтруем часть в груди. Спасибо большое, Иван, спасибо. А может быть, это то, что если человек сказал, что он плохой или жестокий, или какое-то свое негативное качество, то есть прочитал. Спасибо большое всем, спасибо, Иван, за подписку. Никак бы ты не думал, ну, хороший, нет, он просто это не делает. Подписываемся. И оратор, естественно, я бы хотела привести пример исторических личностей, Екатерину II хотела привести пример. Самооценка, наверное, знаете, я бы сказала, что она у меня Миша, привет. Шести, потому что персонально. Подписку, ребят, подписку. Показать себя я могу, но в плане, наверное, разговоры...